Господне, погребение приял и сотверни мы. На нас освободишь из костей и животе воскресения наше, Господи, слава Тебе. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, троическое весе поклонение, родителю Богла, святитель, слушай Тебе, воскрепленного Отца, Сына и Верхуя, и Дух меня. Боже, прости, не помогай, Христа, по сердися, и отрати от нас нету праведное на недвижимый, не прогневайся на зло, Господи, ты порек и всяк радость бывает на небесе, а едином грешнице кающимся, прими ныне наши покаяния, слезы и смиренные молитвы, возносимые из глубины сердец наших пред святым алтарем Твоим. Отче, щедрут Божий всякого утешения, укрепи нас молитвами, пречистая,
преблагословенная, славная Владычица нашей Богородицы Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, святаго великомученика и целителя Пантелеимона, святителя Луки, исповедника Крымского, святых врачей и целителей наших, Агапита, Дамиана, Ипатия Печерских, святителей Винокентия и всех святых, земли Одесских просиявших, и прекрати болезненное поветрие, и отженя от нас всякую болезнь и немощь, да избавшись от всякие напасти, рукою Твоею крепкою, поработаем Ти со всяким благодарением. Да я ныне, причащающийся Твоего неизлагонного человеколюбия, поем и славим Тя, творящего великое и чудное, славное же и изрядное. Яко Ты есть источник исцеления Божий наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Яко достаря всех под ним ангельскими невидимо дарим сим очинни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергия Лавры и Священного Архимандрита, и Господина и Отца нашего, Блаженнейшего Ануфрия, Митрополита Киевского и всея Украины, Свято-Успенские, Киево-Печерские Лавры и Священного Архимандрита, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
крещащихся. Не отверзи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостол Твоего беспославы, того благение отними от нас, обнови нас, молящих Тися. Благослови Высоко Преосвященнейший Владыко Святый Хлеб. Аминь, благослови, Владыко, святую чашу. Аминь, благослови, Владыко, святый обоя. Аминь.